Все дела подождут. У прокурора области сегодня важная встреча. Караульский детский дом рассчитан на 85 мест, но сейчас многие комнаты пустуют. На сегодняшний день в интернате проживает всего 26 ребят. Дорогих гостей ведут показать главную гордость – комнату боевой славы. В роли гида – сами воспитанники. Навещать подобные детские учреждения для сотрудников ведомства уже стало корпоративной традицией. У нас ежегодно эта акция проходит, это мероприятие, когда мы вместе с управлением образования администрации области определяем сами из того, что имеется, какие имеются пробелы, скажем, во всей области, кто в чем нуждается. Ведь у нас было, мы и стиральные машины дарили, такие промышленные, там просто они сломались, и для них эта очередь пока бы подошла, там финансово из бюджета, сами понимаете, их надо как-то одевать. Надо, чтобы они чистыми были. Традицию приезжать в гости не с пустыми руками соблюли и на этот раз. В качестве презента 9 новеньких компьютеров и 2 принтера. Правда, подарок прибыл на несколько дней раньше самих благотворителей. Взрослые его уже успели подключить, а мальчишки и девчонки освоить. Цель какая, наверное? Цель, чтобы обустроить парк наш Тобольский. А как это будет выглядеть в целом потом? Гости в погонах пожаловали в аккурат на урок информатики. Под присмотром наставников ребята готовят краеведческие и социальные проекты. И пусть буквы на клавиатуре у шестиклассника Никиты пока набираются медленно, зато впереди высокие цели. Мой проект называется «Братья наши меньшие». Ну, это мы помогаем, ну, мой коллектив, он там написан. Ну, мы помогаем собакам и кошкам, ну, как их, которые бездомны, мы помогаем их кормить. Мы сами этот проект придумали, потому что решили помочь животным. Ну, они же бездомные, их жалко. Успехи не только в учебе, но и на сцене демонстрируют воспитанники интерната сотрудникам областной прокуратуры. Но даже это далеко еще не все, на что они способны. В детском доме есть спортивная секция, швейная мастерская, ИЗО-студия и кабинет умелой ручки. Почти каждый воспитанник имеет награду за участие в областном или всероссийском конкурсе. Теперь с появлением современного оборудования источников вдохновения станет больше, а значит и работа на этих стендах значительно прибавится. Марина Корякина, Дмитрий Наякшин, Анна Мусатова, «Область новостей».